Maria Gulagina, whose father is an Armenian. Вот этот концерт произошел в этом году в Скала. Это Тоска тоже этого года в Скала. Это в прошлом году Дуэф Оскари тоже в Скала. Это концерт, да, это, по-моему, фонд Армении в Ковенгардене был. Это, по-моему, в Швейцарии. Как трудно сразу, нужно много. Это Цюрих. Бал Маскарад, премьера в этом году. Это Евгений Онегин, по-моему, в Праге. Вот. Это мы пели сольный концерт с Патой Бурчуладзе в Лозанне, в Швейцарии. Вот. Ой, тут столько всего много, что... Были ли вы готовы к такой судьбе, к такой карьере, вот, европейской, международной? Как это сразу получилось? Нет. Конечно, готова я не была. Это получилось как в сказке, можно сказать, даже как у Золушки. Да. Потому что родилась, в принципе, я в такой не музыкальной семье. Мама врач, отец работал на заводе, к сожалению, его сейчас нет, он умер. Вот. И, ну, в доме всегда пели, очень мои родители любили петь народные песни, там разные песни тех лет, и это постоянно у нас звучало дома. И, естественно, у меня было тоже дикое желание петь. Где-то у меня была такая фотография, нет, потеряла. А, вот. Все началось, вот, наверное, с колыбельных моим куклам. Вот, это была я такая маленькая. И, конечно, я хотела всегда петь. Я даже не знала, что, какой артисткой я буду, но с детства, где-то с лет так трех приблизительно, я уже знала, что буду артисткой. Я увлекалась балетом, даже очень серьезно занималась. Даже в хореографической школе меня рекомендовали для поступления в училище, но мой папа сказал, какой ужас, они же все работают без воздуха. А для моего папы здоровье его дочери было на первом плане. Вот. И, так сказать, с балетом пришлось мне расстаться. Потом было увлечение хоровой музыкой. Я пела в детском хоре, очень, так сказать, активной, можно сказать, участницей была детского хора. Очень всегда переживала насчет того, что мне не давали петь соло. А с детства у меня было такое уже детское... С детства, но уже не детское, я так понимаю, тщеславие. Мне хотелось петь только соло. В хоре мне тоже, конечно, нравилось, но... А руководителям хора это как вот как назло не нравилось, мое пение. И меня всегда ставили в дальний угол, чтобы я не слишком выделялась. Вот, ну, прошли, конечно, такие эти годы гадкого утенка, можно сказать. Я не думала вообще петь, я собиралась поступать или на фортепиано, или на хоровое дирижирование в консерваторию. И мама меня, можно сказать, за ручку, как маленького ребенка в 16 лет привела в консерваторию. Ну, просто нужно было на хормейстерско-дирижерский факультет для того, чтобы поступать, нужно было проверить голос. И когда начали проверять голос, выяснилось, что его может хватить и на вокальный факультет. Я была очень удивлена, потому что все мне всегда говорили, что у меня совершенно жуткий голос, и все очень громкий, его невозможно совершенно воспринимать нормальным ухом. Человечески. Что это так где-то коспасти там в горах, там я не знаю что. Ну, в общем, голос для таких целей. Ну вот, и вот, можно сказать, мама привела меня в консерваторию. Меня прослушали, взяли сначала на педпрактику, потом я решила поступать в училище. Ну, так все занималась, конечно же, мечтала что-то спеть, но это все было, знаете, очень далеко-далеко и как будто бы в каких-то таких вот сказочных мечтах. Вот даже иногда мне очень даже злило, когда мама говорит: «Мариночка, представляешь, мне сегодня сон снился, что ты поехала петь в Ла-Скала». Я говорю: «Господи, мама, ну как же можно такое вообще говорить?» Когда это до Ла-Скала оставалось, например, 8 лет. Мне и в мыслях не было, что вообще такое может со мной произойти.
А у мамы такие очень часто были сны, она особенно после того, как послушает хорошую пластинку там, или послушает вот записи, тогда передавали нормы с Кабалье, вот у нее такая сразу же идея фикс возникла, что я должна тоже там петь. Ну вот. Поступила в консерваторию, нормально занималась, нормальной студенткой была, где-то с любовью, с охотой занималась, где-то убегала. В общем, ну все было бы вроде бы обыкновенно, и ничего бы такого не произошло, если бы не судьба. Вот это самое главное, потому что после окончания консерватории, уже имея на руках диплом, я встретила наконец-то, встретила и поняла, что именно вот эти люди мне могут дать профессию. Это мои преподаватели в Одесской консерватории. То есть я с ними тогда не занималась, только с Людмилой Ильиничной Ивановой, которая стала теперь, так сказать, мы с ней вместе всегда поем на всех ответственных концертах. Все конкурсы мы с ней прошли. И есть знакомство с Евгением Николаевичем Ивановым, который стал просто для меня как отец в музыке, как я, ну я не знаю, но самый-самый для меня важный человек. И еще мне судьба подарила встречу с замечательным нашим советским певцом Патой Бурчуладзе, который когда-то, когда я занималась еще у Людмилы Ильиничны Ивановой в классе, он услышал мой голос и сказал, что мне нужно серьезно заниматься. Я тогда немножко была такая легкомысленная, так думала, что ну, петь это так просто. С одной стороны, не просто, с другой стороны. То есть я даже не представляла себе, насколько это серьезный и титанический просто труд. В консерватории я начинала петь как меццо-сопрано, почти как контральто. Я пришла с таким низким-низким голосом, и мне даже педагог, который меня прослушивал, говорила, что ну, если споешь так, чтобы люстра упала, тебя возьмут. Ну, люстра не упала, но тем не менее меня взяли. Вот. И вдруг я поехала на первый свой конкурс республиканский, мне сказали, не меццо-сопрано. Ну, я думаю, не меццо-сопрано, ну и ладно. Еще, так сказать, пока в стране перестройки не было, я уже перестроилась на сопрано. Вот. Пришлось быстро, резко все менять, диапазон, ну, полностью репертуар, диапазон, это совершенно, вот музыканты, певцы это поймут, как сложно вдруг в один день поменять диапазон. Вот поэтому вот в нашей передаче, я не знаю, прозвучит Глинка, ария из оперы Глинки «Иван Сусанин». Это до сих пор для меня все меццо-сопрановые, контральтовые арии, вся музыка, написанная именно для этого голоса, осталась чем-то таким, знаете, таинственным и прекрасным. Бедный конь в поле пал, я бегом добежал, вот и наш посад. Должен мне узнать, что враги подошли у ворот стоят. За стеной тишина, весь посад крепко спит. Звучал и стал.
вот это мои дипломы. Есть такой вот конкурс Глинки, вот это самый дорогой для меня конкурс. Вот. И получилось так, что мне повезло, и Евгений Николаевич, Людмила Ильинична решили заниматься, так сказать, вместе, сообща со мной. И это, естественно, дало свои плоды. Вот. И, можно сказать, именно на конкурсе в Ереване произошло вот то, что произошло, можно сказать, с Золушкой. Из простой какой-то такой заморашки она стала вдруг принцессой. Ну, принцессой я, конечно, не стала еще тогда, но первую премию я получила. И очень этим гордилась и горжусь до сих пор. Это конкурс в Рио-де-Жанейро, где я получила третью премию Гран-при. Кстати, мы разделили эту премию с одной очень такой крепкой певицей сопрано, Лючией Мазарией. Кстати, обе мы поем в «Скала». Первой премии, к сожалению, нет. Вот. Это конкурс Чайковского. Тоже здесь, к сожалению, третья премия. Вот. Я так считаю, это, конечно, для меня было тогда потрясение. Третья премия, но мне долго плакать не пришлось, потому что надо было серьезно и срочно начинать готовиться к гастролям «Ла Скала», первым в моей жизни гастролям. И это было настолько серьезно, что поглотило все мои мысли. Просто, наверное, не стоило перед серьезными гастролями участвовать в таком конкурсе. А интересно, как вот вы попали в «Скала»? Это на конкурсе вас заметили или... Нет, контракт с театром «Ла Скала» у меня был подписан за полгода до конкурса Чайковского. Да, так что это не имеет никакого значения конкурс. Вот. И первым моим спектаклем в театре «Ла Скала» было «Бал Маскарад». Это самое, так сказать, счастливое для меня время, потому что я впервые приехала в Милан, впервые в Италию, и, как я уже говорила, петь с Лючано Паваротти – это великое счастье, и просто, я считаю, это просто как сказка. Вот, это «Бал Маскарад» в «Скала» с Паваротти. Вот, так сказать, после спектакля мы, и вот я в костюме. Ну, что я хочу сказать, что это великое счастье для меня было и, можно сказать, самое большое испытание в моей жизни, потому что, как бы вам сказать, это первая такая поездка уже как певицы, не как конкурсантки. Первая серьезная поездка, и вдруг все сразу на меня обрушилось. И кроме того, наш дорогой госконцерт отправил меня, когда репетиции все были кончены. В этом был весь ужас, потому что для певицы, которая исполнилась еле-еле 25, и которая никогда в жизни не пела «Бал Маскарад», и тогда не имела таких средств, как сейчас, там, видеомагнитофон, там, посмотреть это где-то на кассете, не было такой возможности. А «Бал Маскарад» – очень редкий спектакль, он не во всех театрах идет. И я, не видя ни разу спектакль, получилось, приехала еще после всех репетиций. Мне потом сказали, что, вы знаете, сеньора Гуленина, когда театр «Скала» вызывает певцов, они должны прибывать вовремя. Я говорю, так я, пожалуйста, я с удовольствием. Нет, нам ответили, что вы заняты в своем театре. Занята в театре я, конечно, была только ожиданием гастролей в «Скала». Вот. И началось это очень все просто очень странно. Я пришла на репетицию, мне предложили сразу же выйти на сцену, ну, мизансценную репетицию, но я решила вдруг запеть голосом. И вот когда я запела голосом, вдруг я обратила внимание, что на меня обратили внимание, кто был в зале. И потом ко мне подошел директор театра «Ла Скала» и сказал, а не хотели бы вы сегодня пропеть оркестровую вечером? Я сказала, конечно же, хочу. Такие вопросы разве можно задавать молодой и, можно сказать, нахальной певице? Потому что молодость – это всегда дерзость какая-то и одержимость.
я сказала, очень хочу, и буквально по окончании, через полчаса, да, как закончилась эта репетиция, был у нас маленький антракт, и пришлось мне петь полностью этот спектакль от начала до конца, не видя ни разу его, даже не видя, как это делают мои коллеги уже, которые работали над ним месяц в «Скалы». Мне только говорили, откуда выйти, куда зайти. Но это все, можно так сказать, было пережить. Но когда я пела, и вдруг ко мне вышел репетировать Паваротти, я его увидела, забыла уже про зал, про всех на свете. Я повернулась к нему и пела только ему. Тогда он понял, что я еще, так сказать, желторотый совершенно птенец, не оперившийся. И для того, чтобы я не грохнула с такой высоты, меня нужно просто научить летать. И поэтому он подошел и просто мне показал, в какую сторону нужно петь. Это очень смешно сейчас. Но я это всегда вспоминаю с теплотой, потому что насколько велик этот человек, насколько велик он как певец, и настолько он прост и человечен в жизни. Просто человек. Вот. Спектакли в «Скала» тогда закончились очень, очень хорошо для меня. Дирижировал величайший маэстро Гавадзени. Я очень счастлива, что могла с ним поработать. Это все в тактичной форме, все, любое замечание. Так, это прекрасно, Мария. А вы могли бы сделать вот так? Какие разговоры, конечно. Даже если я в то время не могла это по своим техническим каким-то причинам, что ли, то я старалась сделать все, в узел завязаться, как, я не знаю, все сделать, но чтобы маэстро Галадзени был доволен. Вот. И тогда же появились мои первые, так сказать, любители, что ли, почитатели. И это меня удивило. Я никогда этого не видела, я не была к этому приучена. У меня единственный успех был на конкурсе «Глинки». Потом были вот такие срывы, как третьей премии. Вот. А тут вдруг я поняла, что я певица. Это цветы, шоколады, шампанское. Все для меня. Меня ждет толпа людей, огромная толпа для того, чтобы мне как бы высказать свое признание. И когда они дарят вот цветы, у них не принято так выносить цветы, как у нас это принято. Они или бросают сверху их, на уже на второй, третий спектакль мой они уже бросали сверху. На первый я для них была как кот в мешке, они очень внимательно слушали и думали, ну что, что это, может быть. Вот. А тут они вручают цветы и пытаются как бы дотронуться вот до руки. Пришлось подписать уйму вот таких же афишек. Каждый зритель имеет вот такую афишку. Я даже такую не имела. Я просто попросила одного из своих поклонников. Говорю, а вы не могли бы мне одну дать? Я говорю, пожалуйста, только подпишите мне мою. С удовольствием подпишу. И уже до того доходит, что уже иногда забываешь, как правильно свою фамилию писать, потому что столько приходится писать уже. Это сложности с этим. И особенно мне, вот я помню, самое страшное для меня было вот что, что до меня были неудачи у певиц. И меня директор «Ла Скала» посадил в ложу и сказал, что вот если что-то не будет, пойдете продолжать. И когда я пела свой спектакль, я слышала, что публика очень, так сказать, серьезно, и публика не просто так с улицы, а публика, которая знает эту оперу, публика, которая боготворит Верди, публика, которая преклоняется перед этим театром. И малейшее, чуть-чуть не так, вызывает мгновенно свист. Это я слышала, это я видела своими глазами, переживала и просто плакала от ужаса, что здесь это происходит. И когда я вышла петь первую арию, и после нее такие идут затихающие звуки виолончели, я несколько вот этих секунд, просто за эти несколько секунд я просто пережила как бы всю жизнь свою.
Потому что я не знаю, чем это кончится для меня. Потому что как я пела, я не помню совершенно. Я помню только вот напряжение какое-то и что-то, что я хочу что-то сделать невозможно. И вот я не знаю, но получается или нет. То есть совершенно как слепой котенок. Но после того, как я услышала крики «Браво!» и аплодисменты очень длительные, я вдруг почувствовала, что, Господи, чего бояться? Нужно просто петь. Просто петь. Вот что я обожаю эту музыку. Мне она была настолько близка. Я постоянно во сне все это прокручивала много раз. Я 100 раз это пропела своей семье. Моя дочь очень любила, особенно там один эпизод из ансамбля. Я ей 100 раз его пропевала, ей это нравилось. И для меня это как воспоминание о моей семье, которая осталась в Минске, к сожалению. Хотя все певцы, все мировые певцы ездят со своими семьями. Это правильно. Но я думаю, что сейчас у нас это уже тоже возможно. Вот. И я сбросила с себя вот это вот оцепенение и уже пела вот как я для себя, для музыки, для Верди. Thank you.
Вот кончились мои спектакли в «Бал-маскараде», и ко мне подошел директор «Скалы» и спросил, будет ли вам интересна работа в опере «Верди» ранней «Дуи Фоскари». Я даже просто в шоке была от такого вопроса, что значит, будет ли мне интересно, во-первых, работа в «Скала», во-вторых, опера «Верди» и ведущая партия. Естественно, интересно. «Дуи Фоскари» – это памятно для меня тем, что я пела с величайшим баритоном современности Ренато Брузоном, с которым потом приходилось встречаться в других спектаклях, и тоже этот человек доказал мне, еще раз убедил меня в том, что чем значительнее человек, чем больше он, тем он великодушнее, и тем он больше помогает, так сказать, подрастающим талантливым людям. Вот. «Дуи Фоскари» дирижировал тоже маэстро Галадзени. Все было очень сложно, потому что сложнейший спектакль. И в этот раз меня госконцерт отправил вовремя. И пришлось очень много поработать. Я поняла, что такое репетиции в «Скала». 3 раза в сутки, без всяких скидок на молодость, на усталость. Это никого не интересует абсолютно.
Я сейчас рассказываю только в основном о таких самых важных для меня событиях, потому что для того, чтобы перечислить все спектакли, где я пела, это просто невозможно, я думаю, даже и не нужно. Потому что их слишком много. Это и Швейцария, много городов, и бал-маскарад я чуть ли не в 5 странах пропела, кстати, который я не пою у нас в Минске. Из-за того, что у нас считается, что нужно петь только на русском языке. Я считаю, что это могут говорить только люди, которые не надеются на свои силы, что они способны выучить партию на итальянском и донести ее до зрителя. Я считаю, что это просто неправильно и несправедливо по отношению к композитору, который писал эту оперу именно на этом языке. И, значит, она должна звучать только на итальянском. Точно так же, как я в этом сезоне приглашена, опять же, петь «Скалы» «Пиковую даму». И все певцы, включая таких звезд, как Доминго, будут петь ее на чисто русском языке. И для этого это их трудности. Сколько им придется брать уроков русского языка, это их трудности. Но самое важное, что опера, музыка не пострадает. А зритель, который придет в «Скалы», он имеет маленькую такую программку, где все написано. И, кроме того, зритель «Скалы», который посещает, он еще имеет такую дурную привычку просматривать клавир перед спектаклем. Поэтому они знают все ноты, их не проведешь. Вот. В прошлом сезоне мне посчастливилось встретиться вот последний год жизни величайшего дирижера современности Герберта фон Караяна. Это произошло в Зальцбурге в работе над Тоской. Очень жалко, что это сотрудничество теперь невозможно в связи с его кончиной. Потом были спектакли в Швейцарии, вот премьера в Бал-маскараде, разные другие, но самые важные для меня, так сказать, спектаклями в прошедшем сезоне были спектакли, опять же, в «Скала». Это были спектакли Тоски. Тоска для меня стала как бы рождением, можно сказать. Все, что было до Тоски, это было, может быть, даже хорошо. Но Тоска, я не знаю, так судя по рецензиям, это публика это восприняла. Мне кажется, что теперь мне будет очень сложно, потому что теперь опуститься ниже уровня моей Тоски я не могу и не хочу.
И теперь мне всегда придется тянуться до уровня собственной же тоски. Это были изнурительнейшие репетиции, просто каторжные, я бы сказала. Был гениальный, совершенно гениальный, потрясающий режиссер маэстро Фаджони, который занимался с нами просто как фанат. И я бы вот что даже хотела бы сказать, то, что такие певцы, которые уже много раз в разных странах, в разных театрах пропели тоску, когда он репетировал, они становились как послушные мальчики и девочки, без всяких регалий, без звезд. Все старались понять его, и это давало свои плоды. Даже те, кто не хотел сначала воспринимать, кто говорил, что опера – это нужно стать так и спеть от начала до конца. Нет, тоска – это не та опера. Если в ранних операх это возможно, то тоска – это должна быть… Это совершенно другое. Декорации были потрясающие. Николай Бенуа старый. Вот… Это, можно сказать, прошло, но мне иногда кажется, что это было не со мной, и просто этого не могло со мной быть, потому что я – это есть я, а тоска в скала, еще принятая так, это что-то совершенно другое. Тем более, что платья у меня были самой великой Калас. Вот это самое… Что было для меня еще таким большим как бы стимулом и чем-то таким вот как допинг, что ли. Потому что грим, костюм, все украшения, это все было великой Марии Каллас. И постоянно вот в рецензиях меня сравнивали с ней. Писали, вот она имеет темперамент Каллас. И это было для меня очень важно, потому что Мария Каллас была гениальная певица и просто гениальная актриса. И просто петь тоску после нее на сцене скалы – это невозможно. Это нужно было просто жить на сцене этой жизнью и жить искренне и…
После Тоски мне, то есть задолго до этого, но так получилось, что после Тоски мы пели сольный концерт в Скала. Сольный концерт. Нет, это Тоска. Вот. Это очень-очень почетно для любого певца, потому что в сезон в театре Скала поют всего 4-5 певцов. И можно сказать, что они выбирают певцов и не просто так дают. И я очень горжусь и этой великой честью, оказанной мне. И мы решили с Людмилой Ильиничной Ивановой петь русскую музыку. Для того, чтобы и наша музыка русская как-то звучала там чаще. И мы посвятили свой концерт Чайковскому и Рахманину. Первое отделение было Чайковской романсы, второе – Рахманиновой. И меня сразу же предупредили, что, Мариночка, ты не переживай, если будет ползала, там на певцов очень плохо ходит, там любят оперы. И вдруг, когда я вышла, зал просто ломился от зрителей. Просто ломился. И какая-то такая атмосфера была предподнятая, что мы даже сразу же как-то с Милочкой, с Людмилой Ильиничной переглянулись и поняли, что вот да, вот мы будем петь, и мы счастливы петь. Это было просто... величайший, что ли, наш триумф. Пусть не покажется это таким вот зазнайством и самовосхвалением, но это было действительно так. Очень долгие были несмолкаемые аплодисменты. Пожалуй, я таких еще в своей жизни не слышала. Хотя уже на тот момент я уже к этому привыкла и уже чувствую себя нормально в этих условиях. А тут... это превзошло все мои ожидания, то есть даже не то, что ожидания, а даже мечты. Пришлось много петь на бис, я пела русскую музыку на бис, а потом все-таки публика кричала «Тоска, бис, Тоска, Тоска». Но я не хотела повторяться именно Тоской, и мы спели нашу проверенную арию, так сказать, с которой мы идем уже, можно сказать, со всех конкурсов, еще с консерваторской статьи «Арию Леоноры» из оперы «Пачи», которую вы слышали в трансляции из Ковенгардена. Ну, это все, что касалось моих гастролей. Я не хочу, чтобы создалось такое мнение, что я в основном там. Я просто бываю счастлива, когда я приезжаю домой, потому что я в Беларуси живу всего, по-моему, да, 5 лет, 6-й год. Но как-то климат, природа Беларуси очень подошел мне по моему, так сказать, внутреннему, что ли, мироощущению, что ли. И моя семья здесь живет, и... у нас дом, у меня дети есть, вот собаки – мое хобби. Я без них уже не могу. У меня все собаки страшно музыкальные и носят имя оперных героинь или оперных героев. И у меня, вот когда я спела «Аиду» в театре в нашем, я своего пса назвала Джеймс Радамес. Потом, когда у меня был успех в «Сивильском цирюльнике», я назвала мою серебристую Линдора, потому что там граф Альмавива, так сказать, представляется Розине Линдором, бедным, влюбленным студентом. Вот, это у меня Линдора, Линда. А вот это вот очаровательное существо, которое у меня все время сидело на руках, это Тео Флория Тоска, дочка знаменитого чемпиона союзного. Дома она просто Цыпа, конечно, но названа она в честь удачных гастролей в Скала. Минск вообще очень мне нравится, очень красивый город, но в последнее время я как-то не с особым желанием пою спектакли, потому что ушел из жизни
человек, который был для меня в театре, именно вот его имя было созвучно с именем театра. Это был Ярослав Антонович Ващак. Ради него я и приехала в Минск. Это выдающийся советский дирижер, который был очень иногда суров со мной, просто жесток, выгонял с репетиций там, за малейшие неточности, даже не ошибки. Вот. Но вот сейчас его уже со 2 марта этого года его уже нет в живых, и эта потеря очень ощутима. В театре после Ярослава Антоновича как-то совсем не та обстановка. Хотя пришел талантливейший дирижер в наш театр Геннадий Пантелеймонович Провоторов, и мы очень много с ним работали, и сейчас записываем арии, и я думаю, что очень много я запишу, но, к сожалению, и он ушел из театра. Слава Богу, что он жив и здоров. Вот. Ну, а в Минске у меня еще, так сказать, одна любовь. Это у меня есть консерватория. У меня есть 5 студентов, которые для меня стали, можно сказать, неотъемлемой частью моей жизни и вообще моего творчества. Потому что я даже не предполагала, что я могу так привязаться к ним и так серьезно заниматься. Потому что, так сказать, мой возраст такой чуть-чуть старше некоторых моих студентов как-то не внушал доверия, что ли, мне во всяком случае. А сейчас выяснилось, что это очень важно для меня, и я уже без этого не смогу. И мои же студенты, которых я вроде бы учу, они учат меня тоже, потому что это, так сказать, я должна очень много музыки знать. Я должна сначала подумать, а потом сказать. Я должна сначала подумать, а потом показать. И показать правильно. Как говорится, не покажешь, не научишь. И вот точно так же у меня получилось недавно с арией Вани, которую вы уже слышали. Я показывала своей студентке и поняла, что я ее могу спеть. Так мне, во всяком случае, показалось. И точно так же я показываю арию Виолетты, и я поняла, что я ее могу спеть. Хотя к Виолетте у меня давно такая любовь, такое пристрастие. Я давно мечтала это спеть, и я своим ухом слышу, что это совершенно не то, что обычно у нас преподносится зрителю. Это совершенно не голубая хрустальная героиня, это совершенно ничего близко общего с этим нет. Это просто героическая женщина. И очень многие идут от того, что это хрупкая, чахоточная, больная, но это примитивно. Это человек с сильным духом. Потому что, ну, я не буду сейчас пересказывать либретто оперы, я надеюсь, его многие знают, а кто не знает, это для тех будет повод посмотреть в энциклопедию. Вот. И мне кажется, что эта партия именно для крепкого драматического сопрано. Она колоссальные сложности вызывает, но это уже, так сказать, позади, и я вот рискну сейчас на суд зрителей вынести это. Можно сказать, в первый раз так серьезно. Да, и уже тем более, что подписан на Виолетту контракт, так что уже обратной дороги нет. Уже надо будет петь. Oh!
questo popoloso desiderio.